Всем привет! С вами проект Угор. Я думаю, у каждого из вас была в жизни такая ситуация, когда заканчивались деньги на телефоне или внезапно он садился. Вам срочно нужно было куда-то позвонить. Куда бежать? Кому идти? Войдет ли в положение случайный прохожий? Скажите, у вас не найдется позвонить? Девушка, скажите, пожалуйста, вы мне не дадите позвонить 3 секунды? Девушка, вы мне не поможете? Мне быстро, срочно позвоню домой, 5 секунд, скажу, что я здесь, и все. У меня нету денег. Да нет. Мужчина, вы мне не дадите быстро позвонить? У меня деньги закончились на телефоне. Никто не дает. Ладно, вам 500 точно. Парни, спасите, пожалуйста, быстро позвоню домой, и все. Даже могу вам свой телефон дать, чтобы вы в руках держали. Я никуда не буду. Нету денег на телефоне? Блин, мы тоже закончились. Парень, слушай, ты мне не поможешь? 3 секунды, позвоню, скажу, что я тут просто, и все, ребята. Я тебе даже могу свой телефон дальше подержать. А нет, фишка в том, что у меня в машине телефон. А, в машине, да? Угу, не могу. Ну, спасибо, ладно. А вы меня не выручите, не спасете? Мне просто надо срочно позвонить домой, а у меня нету денег на телефоне. А у меня батарея села. А у вас батарея села? Ну да, ладно. Вы скажите, пожалуйста, вы меня не выручите, мне быстро позвонить домой. Где телефон? Мужчина, у вас глаза добрые, вы обязаны мне помочь. Позвонить быстро домой, а то у меня денег нету. Я тоже студент, честно тебе говорю. Че, нету денег на телефон? Да. Блин, вы мне не поможете? Я быстро позвоню домой, скажу, где я нахожусь, и все. Я даже свой там телефон подержать, чтобы... У меня батарея сидит 3%, я жду такси. Такси ждете? Да. Не знаю, что будет. Первая ошибка. Скажи, парень, не выручишь? Нет. Срочно, я позвоню домой, скажу, что я тут, и все. На протяжении 4 часов я ходил по городу и просил, чтобы мне помогли. Они всех только 2 дали мне позвонить. В этом нет ничего сложного. Просто наберите номер сами. Дайте человеку позвонить. И стойте рядом. И все. Всем привет, с вами проект Угор. Эту идею нам прислал один из подписчиков. Вот представьте, вы увидели, как человек потерял кошелек или деньги. Вернете ли вы их ему?